Я тебе говорю, у нас хохлы к нам подходят на 20 метров. Мы вот вчера, они вот подползли к нам на 40 метров. У нас, блядь, короче, 6 человек, 300 вчера было. Да. Здесь, короче, здесь вообще, короче, вот ты новости зря не смотришь, здесь, короче, на Кременной самая жопа вообще прям полная. Вы на Кременной? Да. Нас здесь, короче, утюжат просто, ебать. У нас здесь осталось еще по хуйне. Вчера танк по посадке прошелся, все... Вчера. Позавчера, блядь, у нас было 6 двухсотых, блядь. Просто пацанов, блядь, просто в это... Захуярило, просто в кашу, блядь. Короче, у нас тут, блядь, просто вот стреляют, короче. Я вот так вот стою и думаю, прилетит, блядь, и думаю, лучше в ногу, блядь. Тут вообще жопа полная, блядь. Вчера в наступление, блядь, ходили, нас просто распи***ли, блядь, вообще, дымоган, блядь. Мы, короче, здесь сидим, короче, вообще в ахуе. Прикинь, нас, короче, с 201-й какую-то в 30-ю, короче, бригаду, короче, определили. Сейчас 28 февраля, короче, мы в эту бригаду переходим. А там, короче, из бригады, которая с начала наступления было 5000 человек, их там, короче, сейчас, может, около 200, короче, осталось. Там, короче, вообще какой-то, ебать, там парни одни, короче, отморозки остались. И нас, короче, прикинь в эту бригаду, короче. Нас тут и так, короче, вон хуюжит, короче, мы вон вчера вон, пытались, блядь, зайти, нас просто разъебашли, и все, и мы опять отошли. Я хуй знает, куда нас, блядь, в очередную жопу зашлют. Короче, если что, вечером, короче, созвонимся, а потом через 2 недели, может, себе нового мужа искать, потому что... Лёш, не говори хуйню. Я тебе говорю серьезно, как есть, Тань. Тут, блядь, всем вот командир сказал, что, блядь, звоните женам, говорит, родным и близким скажите, что, блядь, вам, говорит, ну, максимум жизни осталось, может, ведь недель 2-3. Тут, говорю, тут просто пацанов просто прям на мясо отправляют.